что я сейчас гуляю в центре, и на самом деле у меня просто наворачиваются слезы. В общем, я сегодня планировала дойти только до Люксембургского сада, поснимать там рилс, просто как-то перезагрузиться, потому что меня очень вдохновляют, успокаивают такие места. Но по итогу я пошла через центр, и я сегодня впервые увидела оперу Гарнье. Там еще был концерт какой-то симфонический. В общем, ребята, я так понимаю, они учатся в какой-то музыкальной школе. В общем, я еще побывала в галерее La Fontaine. Господи, надеюсь, я все правильно произношу. Вот, но я впервые в жизни увидела вживую такие бренды, как Bottega Veneta. В общем, на самом деле, я нашла там перчатки своей мечты, и они стоят 119 евро. И я даже задумалась о том, чтобы их купить. В общем, я не знаю, вся эта обстановка, она настолько завораживает и влюбляет в себя. Еще один симфонический оркестр. Я пришла точно туда же. Нет, я точно не там. Боже мой, что за день сегодня такой? В общем, да, я просто счастлива и благодарна быть здесь. Я сегодня не планировала посещать столько разных мест, и вообще мне было тяжело вытащить себя из дома, потому что гулять одной не очень-то весело, но, блин, это того стоит, на самом деле. Вау! Боже мой! Мне не верится, что я здесь нахожусь. Ребята, это реально моя первая реакция сейчас вместе с вами. Боже мой! Я это видела только на картинках. Боже, как красиво. А еще я безумно расстроена, потому что некому даже меня пофоткать, понимаете? Блин, в таком месте. А я одна. Ладно, я очень надеюсь, что хоть кто-нибудь из моих друзей сможет ко мне приехать. И на самом деле моя подружка Настя из Беларуси, вы должны были видеть ее в предыдущем влоге про Беларусь, соответственно. В общем, она меня позвала на свой день рождения в Рим с 16 по 17. И как назло, именно в эти дни я учусь. То есть у нас, ну, мы учимся не каждый день неделю. Вот, но четверг и пятница — это такие самые насыщенные дни. И нам нельзя иметь больше, короче, больше 3 пропусков. Вот, поэтому не знаю. Но я очень надеюсь, что она сможет приехать ко мне, и мы друг друга пофоткаем, потому что мы такие с ней инстаграмерши. Вот, и мы вчера обсуждали ночью, что не все понимают, насколько важно не просто сделать пару фоток, а может быть даже час фотографироваться, пока ты не добьешься чего-то идеального. В общем, возможно, вы подумаете, что мы сумасшедшие, но да. И просто я бы хотела, блин, я не знаю, может, кого-нибудь попросить меня тут заснять? Как вы думаете?
Офигеть, ребят, смотрите, какая очередь в этот магазин. Shakespeare's and Company. Это магазин, культовый магазин здесь, в Париже. Сейчас посмотрим, что там. Но вроде как нельзя делать фотки, кстати. Сказать по поводу Shakespeare and Company, очень красивое место, просто безумное, как они могли только придумать вот это все так соорудить, но там очень много людей, очень мало места, из-за этого ты даже порой хочешь подойти что-то посмотреть, но не можешь. Вот, но зато там есть такие прям диванчики, креслица, где ты можешь посидеть, почитать, ну, то есть понять, нужна тебе вообще эта книга или нет. Вот, и я насмотрела себе «Завтрак у Тиффани», это мой любимый фильм, но я не читала эту книгу, тем более в оригинале. Вот, и я решила, что это было бы хорошей практикой моего английского. В общем, посмотрим, может быть, возьму. Просто здесь есть еще два таких книжных магазина крутых, типа как культовых, и я хочу все сначала обойти, посмотреть, что там есть, и потом уже принять решение, но что-то я точно должна взять. Как вы знаете, недавно Нотр-Дам-де-Пари горел, и сейчас он находится на реконструкции. Просто самый вкуснецкий в мире рисовый пудинг. Возможно, сейчас это выглядит не очень симпатично, но он безумно вкусный. Интересный факт. Здесь все ходят на красный свет. И это как особенность культуры. То есть даже если ты захочешь выпендриться и пойти на зеленый, то это наоборот создаст как бы более аварийную ситуацию, если так можно сказать. Ну, в общем, вы поняли посыл. Сейчас иду к Эйфелевой башне, просто решила прогуляться в одиночестве. Слава богу, здесь есть приложение, Maps.me называется, все, прикреплю картинку, и ты можешь им пользоваться, в общем, без интернета. Это просто как твой навигатор по городу. Ребят, нашла вот это замечательное блюдо, это называется галеты. Если бы точно, ле галет ля ройс. Надеюсь, я правильно произнесла, но я уверена, что нет. Но это, конечно же, ничуть не хуже. Может быть, даже лучше для кого-то. Все очень прикольно. Булочная прямо около моего общежития. Ребята, это пипец, я его купила, он просто огромный. Мне даже корону положили с собой в пакет. В общем, я заплатила за это удовольствие 16 евро. Я не знаю, каким оно должно быть на вкус за такие деньги. И я не знаю, почему я купила целый пирог на себя одну. Но, как говорится, anyway уже... В общем, традиция заключается в том, что в Париже, во Франции, есть такой праздник, День Богоявления, и он празднуется в январе. И, в общем, январь – это месяц вот этих вот галетов, соответственно. Раньше была традиция во время правления королей, что пекли, значит, эти галеты на праздник, и в один из них клали боб. И тот слуга, которому попался этот боб, он на день как бы становился... главным, становился королем. Вот, и, естественно, сейчас уже нет такой традиции, но мне кажется, это прикольно, если кому-то все-таки попадется этот боб, возможно, даже мне. Ну, я просто решила не отходить далеко все-таки от местных традиций, в январе кушать не круассаны, а вот эти замечательные пироги. Ой, слава богу, иду на зеленый, а то я уже даже... Знаете, такая местная, что даже не смотрю на светофор. Type of sex you can never put a price on. I take it off, you're the one I roll the.
Ребята, вы представляете, в том пироге мне все-таки попалась фигурка, и тут написано, типа, по-французски тут написано «Маленький принц». Вот, я была этому очень рада, правда, попалась не мне, моему другу из Аргентины, когда мы все вместе ели пирог, ну, в общем, это прикольно. Сейчас час ночи, моя кожа выглядит просто ужасно, поэтому я решила поставить камеру подальше. В общем, я хотела сказать, что все это время, в общем, мы сегодня пошли в бесплатный ресторан, и здесь действительно есть такие места для студентов местных. Я думаю, что я сниму об этом отдельное видео, расскажу про всякие такие неочевидные места. Для нас это вообще было шоком. Мы сказали нашему другу из Аргентины, что в России ничего нет бесплатного для тебя, и это звучит как какая-то обманка. В общем, мы пошли туда, у нас был прекрасный ужин, полностью бесплатно, то есть мы заказали сидр, это обошлось нам 6 евро, это то, что мы заплатили как бы сверх. Вот, место было очень крутое, причем просто там была такая уютная атмосфера, знаете, ламповая. Персонал взаимодействовал постоянно с нами, спрашивал, все ли нам нравится. Вот, просто какой-то small talk был. И дальше мы пошли в наш билдинг, в наше общежитие. В общем, мы принесли... Я сказала, что у меня есть целый пирог, вот этот огромный, который я купила, и что, скорее всего, я одна его не съем. Вот, и тогда ребята зашли в булочную, кто-то купил себе макароны, вот, кто-то купил себе брауни, ну, в общем, каждый что-то принес. У нас было чаепитие, и мы болтали про культуры различные, традиции, мы учили нашего друга из Аргентины русскому языку, и на самом деле для меня было такое открытие, что испанский и русский, некоторые слова похожи, очень пересекаются, в общем, у него было просто идеальное произношение с первого раза, и... Короче, мы все были в шоке. А еще, я не знаю, есть тут те, кто смотрел в детстве сериал «Виолетта». Этот сериал в детстве помог мне очень сильно. Он помог мне понять то, что я, во-первых, творческий человек, потому что все, что там происходило, мне это настолько откликалось. Второй момент, я поняла, что я люблю испанский, люблю эту культуру, то, насколько люди открыты и общительны. Они, знаете, они очень эмоциональные, то есть он даже сам нам сегодня сказал, что когда мы говорим по-русски, мы говорим типа очень шепотом, а когда мы говорим по-английски, мы говорим громче. То же самое с испанским, он сказал, что когда он говорит по-испански, он говорит вот так вот, типа, вы представляете, что сегодня было, ну, такое интересное различие, вот, поэтому, да, и я ему рассказала про это, и он такой, да, я знаю этот сериал, блин, это так прикольно. И главное, что я хотела сказать, это что перед этой встречей я немного волновалась, потому что, как вы знаете, мой английский не идеален. Я боялась как-то взаимодействовать с Эдвардом, но такой тип для вас, вы можете просто набросать себе небольшой текст, то, что вы хотите сказать, переводчики, просто идти в голове прогонять это. В общем, под вечер сейчас уже мне было очень легко с ним общаться, и даже если я что-то не могла сказать, ребята помогали мне, и это было окей, типа, всем было все равно. Вот, поэтому, блин, это еще раз доказывает то, что нужно не бояться и выходить из зоны комфорта. Интересно еще про выход из зоны комфорта, это то, что здесь, как бы, в чем основное отличие, да? Когда ты дома, и ты стараешься стать лучшей версией себя, или когда ты переезжаешь в другое место за этим, то, что дома у тебя все равно такие, ну, глобально у тебя тепличные условия, и, как бы... Есть куча других каких-то насущных бытовых вопросов, и тебе просто некогда найти какого-то интернационального друга или даже в том же Инстаграме. То есть ты полностью с переездом, ты полностью меняешь свою реальность. И, в общем, да, дома нужно приложить какие-то другие больше усилий. В принципе, это все, что я хотела вам сказать. Я пойду спать, завтра утром пойдем с Катей бегать, поэтому спокойной ночи.